Итак, долгожданное противостояние года. Кто заберет заветный кубок? А также, как прошла киноосень? Подводим итоги с листопадом. Об этом и не только уже завтра в главном эфире в 9 вечера. Мы уже с хлебом. А что насчет зрелищ? Растим аппетиты к победам на корте. Рост числа зрителей и у листопада, когда валом повалим на свои фильмы. Проблем в белорусском кино хватает, но хватает и во всем мире. Работаем с досугом на любой вкус. В воскресенье на Первом в главном эфире.